Продолжение темы о смерти. Вчера умерла наша санисинка, протипшая. Вот. И одна из санисинок наших увидела сон, что перед смертью она просветлела. Так ли это? Что, перевести? Да. Yesterday, going the theme of the death, one of our sannyasin woman left her body. Pratiksha. She's from Almaty. And one of sannyasis, a woman, saw a dream that she get enlightened. Enlightened. The Pratiksha enlightened. Is it so? Is it true that Pratiksha enlightened? This woman who looked in the dreams is also from Almaty, like friend. Откуда она? Салматы. Yes, she. Сангаш, ее сын. Her son, the woman she, who left the body, her son is Сангаш. Ah, yes. They are from Almaty. Они много времени ждали Саньяса с бабочкой. Вот все время им откладывали. Не, подожди, это Сакши, скажи, вот эта женщина, которая видела сон, откуда она? Прокаш. Прокаш knows where she is from, this woman who dreamed. Откуда она? This woman. Ты же сказала. Nobody knows where she is from. Some woman, but nobody knows where she is from. So how does she know this woman is saying this? What does she say? Кто сказал это? Мне Прокаш сказал. This is like a gossip. Прокаш said that one woman see this dream that Pratiksha enlightened. No, so this woman told you. Она сама тебе сказала? Нет, это Прокашу рассказали свой сон. Он попросил меня задать этот вопрос. Я задаю этот вопрос. Who is this woman? Кто эта женщина? People go to enlightenment. Я говорю, это уже люди, которые просыпаются, да? Someone come and say that some woman go to enlightenment and you come. Какая-то женщина просыпается. So many people, I think, about 20 or something. That's why. Она говорит, 20 людей, говорит, просветлила. И, возможно, говорит, она тоже просветлила, я об этом сказала про кашу. Он все так это... Is it a dream or like a gossip? But who told you? Кто говорит, тебе сказал, что она просветлила? Ну, Прокаш сказал всем, что Пратиксха скончалась, умерла. И потом она просветлила. Короче, кто-то подумал, да? Да не, что-то здесь непонятно. Да, непонятно. It is not real, it is dreams. Dreams can happen. Ну, сны сбываются. But many times, like she seeing dream about enlightenment, somebody become enlightened. Бывает, что такое, вот, когда можно сказать такой случай. Somebody dreams about fear. Кому-то снится страхи, money, кому-то снится деньги, man, woman, мужчины, женщины, всякое. All dreams is dreams. Но все сны – это сны. This is, this dreams coming, эти сны приходят, когда вы о чем-то мечтаете. This desire become dream, когда у вас есть желание, и ваше желание становится сном. Like so, it is dreams what? This is your desire now. Это ваше желание. Going to enlightenment. Идти в просветление. Okay, good. This dream's coming. И this dream give you
courage and hope. This one will be enlightened. This большой надежды, и это просветлел, sure. Тот просветлел. And Prakash also very happy about it. Очень счастлив. Many people become enlightened means will be sure we are will be enlightened. Если все просветлели, приснится такое, то все просветлеют когда-нибудь. Когда-нибудь. Может, здесь в Индии. Just for it. But go on and dreams no much better. Но сны не очень хорошо. And this woman is dying. Это женщина, которая умерла. Диксха, I not very much. Remember who she is, but I know. Я ведь помню ее. I see it. Better. Не очень сильно, но помню ее. But I know this name, and I know her. Я знаю ее имя. This name I gave her. Я давал это имя ей. In Agonda, you give. After first steps. После первого шага на Агонде ей дал. No, none. Her picture not coming. Face not coming. In this moment. Когда вы просветляетесь в этот момент, больно это или не больно? Because all pain is finished. Нет, потому что вся боль уходит. No body has. Или у тела тоже не чувствует боли. Потому что вы вне тела. Enlightenment is out of body. Body is left like. Просветление. Body like this. Когда с вами происходит просветление, вы в этот момент не в теле, вы вне тела. Вы смотрите, наблюдаете за своим телом. Как сейчас вы наблюдаете за ним, так и за своим телом наблюдаете. Знаете, как выглядит ваше лицо? If mirror is not here. Здесь нет зеркала, вы не знаете, какое у вас лицо. You cannot know how your face looking. You cannot know как how вы выглядите. But your own face don't know. Вы видите другие лица на свое лицо, вы не можете видеть зеркало. You will see your face, your body like me. И вот вы, ваше тело лежите, и вы над ним и можете наблюдать. Да. Ваше эго покидает. Then you know I'm not. Вы понимаете, я не это тело. Да, тело здесь лежит, но я не это тело. Я все еще осознанно. Я не тело. Я совсем другое. Отличаюсь. Тело заканчивается, ум заканчивается, и вы в пространстве. Это очень радостный момент, момент наслаждения. Вы идете в наслаждение. Экстремальный экстремальный. Вы становитесь сами наслаждением, радостью. According to science, one of the theories, like the Big Bang, that the universe was created by a Big Bang. Big Bang. Big Bang explosion. Right. Okay. Он говорит, что мир был создан с помощью большого взрыва. Big explosion. Yeah, this will happen. Да, говорит, inside you have prana. Внутри вы имеете прана. Оно двигается по телу. Body, когда вы потеряете тело, your prana момент, ваша прана выходит из вас. When you born, prana go inside. Когда вы рождаетесь, прана входит and this в вас. Prana giving energy. Эта прана дает энергию. Energy go through eyes, и энергия идет через уши, глаза, уши, нос. And then you feel все дырки вообще. Когда вы смотрите, ваше тело чувствует, вы слышите. So energy is going out from this. И энергия будет. So whole life, our energy going out of this kind of sensations.
У вас появляется чувство. Чувство через уши, нос, рот. Everybody energy going from nine doors, and when this energy going out from these nine doors, energy входит и выходит из этих девяти точек в теле. Worldly things they say, worldly joy, worldly looking, worldly listening, worldly things, worldly. And then if anybody leave body, and that time also prana has to leave the body. Prana has to Когда прана должна выйти из тела. And then prana going out of these nine doors. И прана выходит через этих девять отверстий. Прана может выйти через уши, глаза, через рот, через нос, через сексуальные отверстия. So, they go like this. Откуда не выйдет прана должна выйти? But this is normal life. Normal everybody life. Это нормально. But we have tenth door. У нас есть десятые отверстия. And when prana going through these nine doors, когда выходит через эти девять отверстий, то он где-то куда-то уходит. Куда нужно. Это происходит автоматически. So, tenth door also we have. У нас есть десятое отверстие. Оно находится на макушке. And this door only open by your awareness, by your. И эта дверь открывается с помощью вашего осознанности. When your energy not going start from the nine door, stop energy not go out, then this energy moving start in tenth door. And when energy going in tenth door, and tenth door is closed, never open. Nine door is open by nature. And this tenth door you have to open by your. Девять отверстий, девять дверей открыты. And then when energy go, I'm pushing this door. Door is slowly, slowly opening the start. And which day, if your living body are enlightenment, I'm so saying. When anybody is prana going out of тело происходит просветление, то вот эта прана выходит через десятую дверь. Before go out of tenth door, you remember, you feel you are the prana. You know that you are the prana. And you know you are the prana, you know yourself. Mind is almost finished, you know self. Coming to soul. Узнаю ты себя. You come to soul. But this soul is still soul, but still not. It is called yesterday I says dhyana. Dharana, dhyana. Now you came to dhyana. Into self, you recognize yourself. You are yourself. Self, you recognize. You are the self. You are not the mind. You are not the ego. You are not the thoughts. You are not the body. You are self. Means you know your atma, your soul. And then this soul, this prana, one day will come to the door and go out. And he go out. And he is like a blast. И в это время происходит такой взрыв. Millions, миллионы атомов взрываются и распространяются по всему, всему существованию. И растворяется. Энергия растворяется везде, повсюду. И так происходит большой взрыв. И так происходит просветление. Buddha says self also is finished. No one is self. He denied the self also. He talk about enlightenment, he said no any self is there. Nobody knows about enlightenment also. Just it is there. It is fully. Just melt in everywhere. Like one drop going in ocean. Ваша самость растворяется. Just you take this water and put in ocean, and just. Допустим, возьмите стакан воды, выпейте в океан, и все, оно растворяется. Он даже так с вами происходит. Вы становитесь таким большим, огромным. Прана выходит, растворяется, взрывается. So self, when you know, in Hindi we say Atma. Atma. Atma Kali. So self. You know the self, you know the Atma.
если вы знаете себя, то знаете атому, кто вы. Кто вы есть. Когда атма уходит, мы называем это просветление параматма. Param means greatest source, like all source in everything. То есть это значит, что он везде. Like I remember that once you said that the next step went to you, you said I'm going to die. You felt that you were going to die. Yeah. I was dying, my whole day I was lying. 10 hours maybe. And not even small fear, no? No, no fear. Even I don't know, I just close eyes and nothing is there. No. Ну, когда вот смерть приходит, ты лежишь, допустим, просто ждешь, ничего не думаешь, никакого страха. Ну. Ты выходишь из тела и происходит вся энергия отовсюду поднимается и выходит наружу из одной двери точки. That day I didn't know, but there was also 15 other people doing meditation. We have silence retreat. I was lying under the tree. Everybody has own tree. Like a garden. And then somebody told me after a few days, he said, I seen that day, you early morning come, you lying after breakfast. I seen one big snake came. Я видел, как пришла большая змея, а вот лежала в медитации, пришла большая змея, и она легла рядом. Два часа она лежала возле меня. Я просто лежал с открытыми глазами, и она лежала возле меня, эта большая змея. С открытым. Today I go. Today is my last. Я сказал, что это женщина, которая он умрет. I will not see this world again. I will not see this world again. Я не увижу этот мир больше. And I say to everybody, thankful. Я поблагодарил всех. Grateful, you gave me so much, I enjoy so much. It's like full my being say, today your last day, you going now. Я почувствовал, что это мой последний день, что я ухожу, что это сегодня случится. And then I came and I said, I wait. Yeah, it's like, like a dead body. Yes, there is down. Like maybe 10 hours, but прошло 10 часов, может. Just no movement, no open eyes. Никаких движений, like не открывал глаза. Like просто sleep. Сидел в этой позе. Inside totally wake up, but like внутри sleep. Полностью был пробудившимся. Но не спал. И ждал, что случилось. Was great. Yeah. Это было великолепно. Он рассказывал про свое просветление. И затем произошел. Просветлел. И такое может произойти однажды с вами. Произойдет одно. Для медитатора принимайте это. And this смерть. Is sure. It will happen sure. You ask about your future, your destiny. Вы спрашиваете о своем будущем, о своей судьбе. You will be rich, you will be poor, you will be high, you will be low. Бедным, you have this person, высоким. You have not this person. Будете иметь how will we die for этого человека? But one day, you will die sure. Но точно не знаю, что вы однажды умрете. Это точно. Anything happen or no happen, don't I not say. But one day you will leave. Ничего не могу сказать, кроме того, что однажды вы идете. Потом тебе
Pratiksha. So, but сказал, что Pratiksha. Like everybody in queue. In line. Мы все как в одной очереди стоим. Today, yesterday, her number. Today, her. Сегодня очередь одного наступила, завтра наступит очередь другого. Хорошо, идите. So everybody in queue. Все мы стоим в очереди. No matter you are king or you are poor, вне зависимости от того, вы король или вы нищий, кто бы вы ни были. You are normal man or you are president. Вы обычный человек или президент, все равно вы стоите в очереди. До смерти. Когда уйдете. And this, if you know, если вы это будете знать, this is remembrance. Помните. Remembrance, I'm not here forever. Я здесь I не навсегда. Came here to enjoy, and и I наслаждайтесь. This is not my home. Это не мой дом. My home is there. Мой дом там. Then will be, you will be not afraid. Да, никто не and you understand this thing? First thing, you will not afraid. And then second thing, you enjoy and start the life. Mm-hmm. But I came here for a few years, don't know tomorrow I will be here or not. Why not enjoy? Why are you doing whatever time existence gave? Whatever time gave, whatever opportunity gave. Enjoy. Когда вам дается возможность, пользуйтесь и наслаждайтесь. Suddenly, if you don't know how long you will be, your future will be finished. Future finished, you come here. In this moment. Сюда, in this moment you came, joyous. Вы придете в момент и придет наслаждение, радость. Enjoy always happens when you're in moment. Радость случается, therefore, Master said, be moment. In moment. Be here and now in this present moment. Будьте всегда здесь, в настоящем моменте. And as you're living, you start with present moment. Don't know which moment coming. You have to leave body. Okay, that's no. Ну, будет такой момент, когда картина свой тело нормально. Leave the body and you will be in present. Но будьте всегда в настоящем. You will be not in future. You will be not in mind. Не будьте в момент. Mind is finished. Ум закончился. In present, mind is finished. В настоящем ум закончился. Talk about Master talking about be in moment, be in this present moment, be here and now. Just simply this one word. Just одно слово. Be moment to moment. Understand? Будьте от момента к моменту. Whole spirituality you understand. Whole existence you understand. Вы поймете за все существование, все духовность. Будьте здесь. Nothing else. No need to ничего, listen anything. Кроме. Ничего не слушайте. All books are you все книги. Listening me? Are you listening Osho? Кого-то вы слушаете там Osho? All his hint is be in this moment. Be here. Все это говорит о том, будьте здесь. Если if you understand this, если вы это you understand it. Вы поймете его, вы поймете Osho, что он говорит. What is the message? All the masters saying, be все in this мастера говорят, будьте здесь и сейчас. Because when you present, когда, потому что когда вы присутствуете, здесь suddenly your door is open and you все открываются все двери. And then you know future, no pain, no sadness. Туда, где нет боли, печали, трудностей, проблем. And if you're living, start present much. И когда вы все время живете так, as you're living, yes, your life is very presentful. Don't know normal things you do, and you become pop. Вы обычно делаете и вы становитесь. Any story has in India enlightenment about. One woman peeling the potato in kitchen. Одна женщина чистила картошку, готовила картошку. В этот момент она просто тлела. One woman taking water from the well. А другая женщина доставала воду из колодца, и пока она доставала, в этот момент она просто тлела. Meaning water taking or peeling. И не имеет значения, чем вы в этот момент занимаетесь. Она просто they была в присутствии. Anything when you present, normal thing you do,
Вот, может, даже во время еды это произойти, просветление. Потому что разблокируется ум, заканчивается. Свет, у вас есть темнота. Темнота заканчивается, и вы в свете. Все медитации учат этому, как будет присутствовать в этом моменте. Кто-то танцует. Но если вы все делаете тотально, целостно, уходите полностью в эту вещь, когда все заканчивается, только танцует, только танец. Или вы поете, и ничего, кроме пения. Нет певца, нет слушающих, если вы находитесь тотально. Когда вы на 100% в этом, ум заканчивается. You go far, do something. Mind say, oh, do this. Suddenly he say, no. Ум разделяет нас. Что-то хотим сделать, иди туда, иди сюда, делай то, делай это. Если пойдешь туда, мы разделяемся на части. И одна часть идет туда-сюда. Но когда вы полностью в сердце присутствуете, ум заканчивается. Когда вы на 100% в сердце здесь, то ум заканчивается. Mind will be very clean, very perfect, very light. Ум выполняет все правильно, чисто, хорошо. Что делать, куда идти, что вам нужно, сколько вам нужно. Все это делает в совершенстве ум. Ум помогает нам жить. Okay. Finish now. And continue.